Две недели назад в мой магазин зашла моя знакомая, посмотрела на бюстгальтера синего цвета, бордового цвета, розового, черного, белого и сказала: «А почему у тебя нет леопардовых бюстгальтеров?» Здравствуйте, мои уважаемые зрители, здравствуйте, мои уважаемые подписчики. И снова с вами я, Внукова Ирина. Что сказать, желание клиентов для меня закон. Я выполнила просьбу Татьяны, я привезла две модели бюстгальтеров с леопардовым принтом. Великолепный, шикарный бюстгальтер с леопардовым принтом и, как говорят профессионалы, с кружевом черный с золотом. Шикарное нежное кружево, мягенькое, не кусачее. Без этого кружева бюстгальтер бы выглядел обыденно, как у Ольги Бузовой. Я смотрела в Яндексе, все набирают бюстгальтер, как у Ольги Бузовой. Ну, зашла я, ну, посмотрела я на этот бюстгальтер. Может, она поддерживает какой-то бренд Versace, Gucci, Victoria's Secret. В таком бюстгальтере вы мужчину не соблазните. Великолепная широкая лямка с принтом Финикин прослужит вам очень долго. А вообще, эти бюстгальтера Финикин Диарелла отличаются хорошей износостойкостью бретелек. Микрофибра настолько тоненькая, настолько изящная, что по качеству она напоминает вискозу. Вот такой принт, как будто леопардик шевелится у вас на руке. Лямочки не отстегиваются, спереди нет колечка, украшен бантиком. Вроде бы с виду тоненький бачок оказался довольно-таки упругим и хорошо скорректировал спинку Татьяны. Изнутри тоненький поролончик, такой формованный и вертикальный шов. Вот он виден именно внутри чашки бюстгальтера. Хочу отметить, чем больше швов у бюстгальтера, тем он лучше держит. Предыдущий бюстгальтер, он выполнен из микрофибры материал. Этот бюстгальтер выполнен из хлопка. Здесь широкая лямочка. А для того, чтобы она долго не растягивалась, часть бретельки выполнена из материала. А внутри, посмотрите внимательно, здесь хлопок. И, естественно, украшена кружевом, которые плавно переходят в бретелечку с чашки бюстгальтера. Шикарный шоколадный цвет. Три застежки, три позиции. Шикарненько. Высокая планка бюстгальтера соберет ваши жирки по спинке, и вы станете более стройненькими. В бюстгальтерах без бренда швы идут капроновые. В бюстгальтере Lenny Mod швы из хлопка. Посмотрите внутри, хлопковый корректор. Хлопковый корректор очень любят мои покупатели. А потом в примерочной шепотом я скажу тебе еще один секрет, о котором ты узнаешь, купив два бюстгальтера. Если тебе понравилось видео, поставь лайк, не ленись. Всем спасибо за просмотры, до новых встреч, до свидания.